Итак, всем привет. Я решил пройти именно дримкастовую версию, потому что никогда я толком не проходил. Так поигрывал когда-то. Но до конца не проходил. Ну и, в принципе, хотел посмотреть, может быть, если есть какие-то различия. Темнее фон, без проблем. Сейчас пока кинцо пройдет. О, да, у меня есть прекрасный план. Кстати, озвучка от Вектора. Весь Хувиль останется без праздника. Привет, Марко. Привет, Марлен. Не на ПС, но потому что на ПС я уже 100 раз проходил. О, мои изобретения, мои приспособления, мои машины-ловушки! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! При помощи этих чертежей зеленый проказник собирается создать различные зеленый приспособления, проказник. Чтобы помешать празднику. Но что я должен создать сперва? Гринчелёт? С его помощью я смогу летать над этим жалким Хувилем. Может быть, подъемное устройство-осьминог, чтобы поднимать стены? Нет. Ракета-пружина для огромных прыжков вверх. О, а вот еще лучше. Как насчет моего самого ценного оружия? Катапульты для стрельбы тухлыми яйцами. Или стрелялки слизью, которая будет прилипать к ним. Моя субмарина? Нет. Я знаю, да, это то, что надо. Нет, мои чертежи, мои драгоценные чертежи! Я никогда не смогу создать свои приспособления! Но разве такая неудача может заставить Гринча опустить руки? Конечно же нет, он полон решимости. Ну ничего. В этом году уже ничто не сможет остановить меня. Я верну мои планы, часть за частью. И я клянусь, ни у кого не будет никакого праздника. Даже если ради этого мне придется обыскать весь Хувиль. Ну что ж, отправляемся в Хувиль. Я уже жду не дождусь, когда же я смогу помешать их веселью. Хорошо, Макс, мы готовы. Пойдем в Хувиль. Теперь все и начнется. Перевод, конечно, очень вольный. Тогда играл в Сифон и прошел лишь 2 миссии. И все, говорил еще долго. Это когда? Я забыл мои ключи. В одном из этих ящиков должен быть еще один ключ. Гринч любит ломать своим задом все, что встречается у него на пути. Он в совершенстве владеет этим трюком, и чтобы добиться своей цели, он готов разбить все, что угодно. Окей. Я чувствую, мы угорим с перевода, с векторовского. Странно, почему-то звуки только справа. О силе Гринча в Хувиле уже складывают легенды. Нет того, чего бы не смог передвинуть или сломать Гринч. Я не знаю, может быть, там мой надо поставить? В смысле, стерео, наоборот. Послушай меня, малыш. В следующей комнате есть еще один ключ. Иди и принеси его. Макс, коричневый пес, является главным помощником Гринча. Он беспрекословно выполняет все его приказы и безгранично ему предан. Макс смело проникает в те места, которые слишком малы для Гринча, и изучает все новое, что встречается у него на пути. Вот они там импровизируют.
Ого, какие глюки. Так, опция. Странно. Go, Max! А, да, вот теперь Мона. Спасибо! Ты плохой малыш! В одном из переводов в парадоксовом, по-моему, он говорит: «Ух ты, мой мерзавчик!» Чтобы получить доступ в следующую комнату, вам необходимо пройти определение при помощи анализатора дыхания. Странное приспособление, для которого не существует никаких чертежей, легко определило злотворное дыхание Гринча, перепутать которое с чем-либо другим очень трудно. Оно появляется в форме кислотного облака, зеленого цвета, и может быть применено в любое время. Этот дым открывает то, что нельзя увидеть невооруженным глазом. Также он способен значительно ослабить врага. Несомненно, очевидно, вы Гринч. Вы можете пройти. Окей. Нажми кнопку действия, чтобы вызвать эффект Гринча. Так ты точно будешь знать, кто следующий. Вызвать эффект Гринча. Интересно, что это такое? В недрах пещеры находится главная гордость Гринча — его мощный и очень умный суперкомпьютер. После того, как я заберу все необходимые чертежи, я передам их моему процессору, где они и останутся. И тогда я смогу создавать мои приспособления, только одним нажатием клавиши. Что-то очень громкие эффекты. Сейчас я это пофиксю раз и навсегда. Гринч изобрел огромную вакуумную систему. Через ее многокилометровые трубы он мог добраться к жителям Хувеля, которым испытывал сильную злобу. И сейчас путь к Хувелю свободен. Но с каждым новым поворотом лабиринта возникает новый путь. Что за перевод? Просто ужас. Импровизация. Так, первый левел. Это путь в Хувель, где и живут все горожане. Но Гринч не должен поддаваться на всякие проявления нежности, поцелуи и обнимания. Доброта и радость — это не для Гринча. Ведь любовь и гордость могут стать для него сущей погибелью. Гринч не должен поддаваться их влиянию и избегать всяческих контактов. Но в то время, пока он пытается избегать всех добрых чувств и побуждений, Гринч не должен отвлекаться от своих коварных планов по похищению всех рождественских подарков. Норм такой брифинг. Перепутать почту, разбить снеговик, рисование плакатов мэра, обстрел домов яйцами, изменение статуи мэра, перевод рождественских часов, раздавить подарки. Ну, все то же самое. Так, попробуем сохранить. Угу. Все норм. Все дети боятся Гринча. Но они надеются, что доброта поможет ему измениться, хоть на чуточку. Зеленый проказник должен найти другие способы, чтобы избегать всех добрых побуждений и дружеских советов жителей города. Побуждений. Что за дичь? Это, кстати, по-моему, единственный перевод на дринке. В дневнике Гринча указан список всего, что он должен сделать. С его помощью он точно знает, что он ничего не пропустил. Еще одно важное задание — поломать все рождественские подарки. Только от одной мысли об этом у Гринча поднимается
Только что Гринч нашел маленькое тухлое яйцо. Возьми же его, проказник, пока у тебя есть такой шанс. Эти коварные хрупкие предметы являются наиболее полезными для тебя. Ты идешь к своим приспособлениям, чтобы дать им больше топлива. Сейчас я окно закрою. Какая же дичь, то, что говорит переводчик. Некоторые негодяи очень неуклюжи, неповоротливы и медлительны. Но Гринч гораздо проворнее, чем вы можете себе представить. Он может цепляться за выступы, прыгать, двигаться влево и вправо, только чтобы добраться до своей цели. Забавный момент. Я вчера смотрел стрим, где девчонка пыталась его. Отравить. Но ничего не получилось. Чтобы выполнить все свои задания, Гринч должен собрать много различных предметов, каждый из которых обладает особым эффектом. В его дневнике содержатся записи о том, что он должен найти. Ага. Да нет, какой спидран. Вряд ли вспомню, где тут что есть. Настолько быстро. Сейчас буду ждать по-любому. И, кстати, хочу сказать то, что на дринке как-то картинка поживее. Что это эмуляция. Привет, Last Action Hero. Тебя тоже. С наступающим. Мы тут решили по традиции пройти Гринча, только в этот раз на дримке. Да, кстати. Снег не такой офигенный, но это из-за того, то, что на плойке вообще, в принципе, всегда снег офигенный. Dreamcast еще свои цвета такие специфичные. Я не могу так долго ждать! Я должен найти способ, как перевести время на этих часах! Спортом. Переводом от Вектора.
по идее, версия на Дримке вышла намного раньше, чем на Плойке и на Пеке. На Дриме вышла в октябре, а на PlayStation в декабре. Именно это раньше, а на ту портировали. Ну, не знаю, в общем. Я пока, честно говоря, не понимаю, чем они различаются. Кроме того, то, что здесь картинка подинамичнее чуть-чуть. Но это в силу возможностей Дрима, походу. Коварный Гринч – мастер бесшумного передвижения. Если мы доберемся до цели, он получит несметное богатство. Да, здорово! Первое задание сделано. Ну, на эмуляторе, конечно, еще сложно оценивать, но все равно мне кажется, что чуть-чуть текстурки, да, почетче. Ну и цвета чуть-чуть такие, свойственные Дриму. Собственно, все. Здесь нам ловить больше нечего. Несмотря на все оформление. А что там за оформление было, кстати, я не помню уже. Это который с вебкой был? На Barrel Jumpers? А, нет, на PS2 нету. Есть на DS. Вон такой. Не очень. Что за откровения пошли, Марлен? Что значит не очень? Вообще прям не очень. Спидран, я говорю, я по-любому что-то где-то пропущу. Да, здорово! Еще, кстати, решить, выполняем ли все задания, либо просто пробегаем игру. Если пробежать игру, это будет значительно быстрее. Если увидеть все задания, то придется подзаморочиться.
Окей, ну здесь на почту по-любому пойдем. Итак, девчонка. Синди Лу. Я так понимаю, ей в руки дали кусок карты. Ну, в смысле, чертежей. Один из... По какой-то непонятной причине. Хотя, по фильму, ее отец туда отправил отнести письма. Привет, апдейт. Вот эта игра ассоциируется у меня с тобой. А игра норм такая. Ну да, игра прикольная. Прикольный 3D-экшен. Казуальный. Блин, я заблудился реально. Не помню, куда идти. Где-то здесь должен быть лаз. На Сеге, ну, Dreamcast. А, я, видимо, не туда просто зашел. Третья.
31 днем, но не получится 31 по-любому, потому что заботы, дела. Ну так, да, я согласен. Было бы неплохо. Назад. Все перепутано. Да не, работы валом будет. Я уж думаю, точно не до стримов будет немного. О, это еще что? Я насторожен, жду, что дальше будет. Отвисло? Окей. Так, тут желтый цвет. Дело в том, что у меня просто нету дримки. Я бы, конечно, с консоли постримил с удовольствием. Дримки нету. А хотелось пройти именно версию с Dreamcast.
Какую цитату? Последняя комната. Консоль все знает, но не каждый этому верит. Но! Ну что случилось? Папа! 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 Ты можешь подойти сюда? Ну, пожалуйста! Минуточку, дорогуша. Вот только закончу с этим, и я приду к тебе. Надеюсь, больше никаких сюрпризов не будет. Связанные с багами. Ну, норм. Опять зависоны. Надо решить, в чем фишка, интересно. А, от псевдобабана. Лучшая консоль, все знают, но не каждый верит. Но он может. Не, я главное тестил. Примерно минут 20 играл где-то на эмуляторе, такого не было. Какой-то внезапный лаг. С чем это связано? О, отлагало. Гринч начинает думать о том, что неплохо было бы отправиться подышать свежим воздухом и посмотреть, как жители Хувеля пытаются покататься на лыжах. Ну почему они не заморочились с переводом? Как это сделали парадокс, я не понимаю. Зачем нужно было как-то вольно все это дело проходить? Да, прошел. Прикольный, кстати, мне очень понравился. Тут нужно не забыть сейчас забрать кусок чертежа. Катапульты, яиц. Здесь ничего нет. Все, выходим.
Что у нас там еще? Изменение статуи мэра. Да, да, запись у меня есть. Ну, там под стримом все ссылочки активные. Заберу чертеж. Вернусь в логово, создам катапульту яиц. Почему они ее так перевели, интересно, тоже непонятно. Короче, в версии парадокса эта штука называется тухлый яйцемед. Тоже не лучше. Сам не осилил из-за управления. Не, на Dreamке нормально. Эмулируется, в принципе, норм. Катапульта, стреляющая тухлыми яйцами. Прекрасное изобретение, ведь их зловонный запах не просто способен расстроить жителей Хувиля. После того, как скорлупа яйца разбивается и повсюду распространяется этот зловонный запах, остается только стоять с вытаращенными глазами и раскрытым ртом. Если Гринчу нужно помешать жителям Хувиля издалека, он обращается к своей любимой катапульте. Ведь они просто так и не могут устоять перед этим ужасным запахом тухлых яиц. Лаги начинаются. Странно, падает прям до 50% скорость. Кстати, аналог работает нормально, подцепился вообще через китайскую хреновину. Похоже, вам сильно не повезло. Зло.
Ямуль, Налдиси называется. Не скажу ревизию, так как там не написано. Могу потом глянуть. Работа. Ну, обновлял какое-то время назад. Серьезно? Ну, попробуйте теперь писануть. Бывает такая фигня. Отваливается все. Быстрей! Уходи! Скорей! Скорей! Давай же! Это сумасшествие какое-то. Где-то я что-то пропустил. Бегу.
к 2 так и не подцепился, блин. Ну, я не знаю, в чем дело, ребята, реально. Я как бы прописал там все. Могу еще раз попробовать, но... Не факт, что получится. Что мы еще имеем там? А, теперь в мэрию, да? Пойдем в мэрию. Можно вернуться в логово и создать бинокль. Этим мы займемся чуть позже. Эй! Какого хрена? PlayStation. Вот так вот ныкаешься в тень. Жуть какая. Почему так? Уметь.
с этой стороны. Про какого бота? Может, их привлекает мой плащ? Как так получается? Ладно, я пойду сниму его. Может быть, дело в нем. Ну, это глупости, конечно, но... Они никогда так не палили, сколько я играл на PlayStation. Могу его юзать у тебя на канале, когда мне лень из режима театра выходить. А что за бот-то, я просто не понимаю. С чем же связаны эти тормоза? Причем это тормоза эмуляции чисто. О, расчехлился. А, да юзай, конечно. Ты просто говоришь как-то загадками, я не совсем иногда понимаю, что ты имеешь в виду. Так, надо снять плащ. Вообще нельзя было сюда. Странно. На PlayStation можно. Лед.
Пришло время повеселиться, мистер мэр! А я пробовал Last Action Hero, у меня просто... Просто ноут. Великолепно! Не особо мощный. Да! Здорово! Предфиллер. Так получилось, что либо сегодня, либо уже никогда, потому что работа подвалилась, что-то много. В связи с днем траура работа не убавилась, а сложилась в два раза. Но Димуля не тянет почему-то. Не помню, по каким причинам. Так, давайте сохраним. А что у нас там дальше? По заданиям в этом городе. Перевод рождественских часов. Тут мы уже бессильны. Привет, Руф. Ауч. Это мы сделаем чуть попозже. Ну вот, на UDC есть, собственно. Тут сидит чувак. Тот самый, у которого мы ведро с краской отобрали. И теперь подарок отберем. Боже, как я завязал по детству в этой игре. Да, игруха прикольная. Я тоже зависал долго. Бинокль помогает видеть Гринчу гораздо ближе и видеть, что это за семья. Кто учитель, кто почтальон, а кто торговец. Кроме того, что он видит лучше, теперь он улучшил и прицеливание. Поэтому он старается применять бинокль везде, где это можно. И он нужен ему не только, чтобы рассмотреть все получше, но и чтобы остаться незамеченным. Денмульт Дейпотлин, он полностью повторяет архитектуру системы Дримки на уме несколько версий. И других игровых автоматов от Sega. Но я помню, я как-то интересовался эмуляцией этих платформ. Димуль там, да, Наоми эмулирует. Так, мы сразу пойдем вот сюда, наверное. В лес. Я одно время свалку не мог пройти, тупил по-жесткому. А где тупил? Я на дамбе не мог найти... Он как направляется перебраться в лес Хупера, через ворота, заметенный главное. Снежными сугробами, и обращается к Максу. Мы отправляемся в зимнее царство снега. Бескрайние снежные равнины заглушат звуки всех тех, кто играет своими игрушками и веселится. Ну
наклонить елки, повредить пушку клеем, поместить улей в домике, смазать слизью лыжи мэра, заменить свечи на торте фейерверками, раздавить подарки. Вот мне почему-то в голову не приходило использовать осьминога для того, чтобы перебраться через ворота главные. Джек Дэниелс, привет. У нас тут по традиции третий год подряд Гринч. Ну да, улей дом. Я схожу за чаем. Сорян, ребята, я не знаю, в чем фишка, как бы. Вообще непонятно ни с того, ни с сего. Начинаются такие лаги. Но это недолго. Все помнят Evil Twin. И что же было на Evil Twin? Я что-то не помню. Тоже лагало так? Я уже точно не помню, где тупил, но помню, что тупил пару дней. Нужно сдуть пыль с приставки и перепройти игруху. Это хорошая идея. О, расчехлился. Сейчас чаек подналью. И продолжим. Я вот тоже не помню, по-моему, все нормально было. Может быть, это тупит из-за Рома. Чисто такой локальный затуп.
А, все-таки были провисания. Что за ноут по конфигурации? Процессор, видеокарта, оперативная память. Оперативки 6 гигов, i7, Radeon какой-то там HD, не помню точно. Такого плана. Я его покупал где-то, наверное, года 4 назад, может быть. Сейчас-то, наверное, уже нифига не конфетка, но в целом нормас. Да, на дринке такие проблемы. Я что-то не встречал вообще таких прям неэмулирующихся игр на дринке. Хотя если эмуль сам, то да. Тогда все понятно. Привет, Блэзер. Я не знаю, почему не подцепляется чатик СК2-ча. Клара Крофт. А, которая хроники не эмулируется. Зачем дублировать? Да переходите просто в чат сюда, да и все. Тем более с СК2-чем можно же писать. Начинается опять. С СК2-чем же можно писать напрямую в чатик Твича. Случаются такие внезапные провисания. Вплоть до 70% падает скорость. Но это временно. Я постараюсь завтра все-таки пофиксить эту проблему. Теперь через Twitch.
Да, согласен. Проще дримку найти. У меня у одного товарища была дримка, я его раскручивал очень долго, чтобы он мне ее отдал. Но он там придумывал какие-то нелепые истории про то, что там вот что-то там брату брата. Сестре брата. Своячнице. Ну, короче, кому он только не отдавал. О, расчехлилась. И, в общем-то, так и не получилось у меня забрать у него. Я на самом деле уверен, что он ее просто выкинул. Такой чувак, который не играет. Ну, она у него просто появилась благодаря тому, что когда-то ее там купили чисто случайно где-то. Вот. А хочет человек, ищет возможность, не хочет, ищет причину, вот и отморозился. Наверное. Ему надо было на самом деле мне ее продать просто. Я бы ее спас от смерти на свалке. Пружина. Канал обиделся. На чей канал? И что значит опять показалось бы? Только последнее время проблемы с севшими лазерами на приводах решилась. Но, может, год или полтора раньше Dream стоял на полке и радовал хозяина чисто своим наличием, чисто исторически. Блин, у меня уже что-то все. Теперь наверх. Я почему-то, когда увидел вот эту конструкцию, первым делом сделал вот так. Подарки нам там не нужны. Кстати, параллельно с этой игрой компания разрабатывала Buzz и Bugs Bunny, да, по-моему, так называлась она, Time Busters. Забавно было бы тоже посмотреть ее. Я помню так,
видел когда-то давно. Версия для Дримки. Вот самое главное отличие, которое я увидел, это то, что в почте, если ты в плаще пришел туда, то тебя палят. Короче, нельзя ходить. Плаще. Лучше без плаща. Оу. Ну а так текстурки немножко детализирование. Макс Банни и Таз, да-да-да. Именно оно. Пытался. Не знаю, прошел он, не прошел. Рождественская елочка. Ой, елочка, ты выглядишь не очень-то и хорошо. Хо-хо-хо! Да! И здорово! Я вот не помню, там есть две одинаковые игрушки. У них даже название похоже. Я краем глаза видел. Потому что-то такое проходил недавно. Так, теперь вниз. Что у нас с ракетопрыгом, кстати? Начинается. Причину прямо сейчас. В чем может быть проблема? Васинг. Жаль, что это происходит не в эпичных местах. Да. Перегрев? Да не-не-не, привет, Red Power, вряд ли перегрев. Это только с этой игрой происходит. Блин, все, крашнулось. Да, эмуляция, конечно, это такое вообще. Ну, не знаю, сейчас попробую подложить что-нибудь. Может быть, так будет лучше обдуваться. Вообще, с эмулятором беда вот с этим. Тут еще и с управлением. Приходится каждый раз настраивать. Оу, щит.
Что за дичь? Блин. Верс симулятора 1.04. Сейчас все будет. Я просто затупил, надо сначала прописать управление, потом уже все дела. Привет, Интергалактик. Один ноль три. Окей, попробую попозже. Завтра тогда, наверное. Восинки я убрал уже давно, как только лаги какие-то начались. Я первым делом отрубил восинк. Знаю, что обычно от этой опции добра ждать не приходится. А что звук?
Что за дичь? Да стрим-то идет, да, я просто не могу совладать с тем, что происходит. Да. Опять какая-то хрень происходит. Сейчас, секундочку. Замутить нормальную дримку и с нее стримить уже в конце концов. А с ним все нормально. Комп вывозит. Это что-то с эмулятором не то. Либо с эмуляцией игры самой. Главное терпение, ребят. По теории на стрим настроек приходит намного больше народу. Сейчас осталось теперь управление прописать снова. Будет обслуживание, чистка от пыли, замена термопасты и так далее. Ну, это все понятно. Да я не думаю, то, что тут какие-то такие глобальные проблемы. Это, скорее всего, реально из эмуляции. На самом деле попалось бы хорошее предложение такое где-нибудь рядом. Я бы прям без раздумий лишних бы приобрел. Потому что Dream — это норм тема. Бинокль помогает видеть Гринчью гораздо ближе. И видеть, что это за семья. Кто учитель, кто почтальон. Не будем эту чушь больше слушать. Кто учитель, кто у них почтальон там.
Он направляется в лес Хувеля, заметенный снежными сугробами, и обращается к Максу. Мы отправляемся в зимнее царство снега. Бескрайние снежные равнины заглушат звуки всех тех, кто играет своими игрушками и веселится. Похоже на небольшой перегрев. Ну, сейчас посмотрим. Я поставил на такую подставочку. Надеюсь, сейчас будет лучше. На ГБХ ищи, там продавцы надежные, гарантия и качество. Все дела. Ну, понятно. Ну, я скорее говорю о каком-нибудь внезапном случае таком. Как с боксом у меня получилось. Чисто случайно. Привет, Винки. На Дримку сделали мод на карту памяти. Ни хрена не работает, так и валяется. А чиповать не вариант вообще, только мод. Да-да-да. Куб вообще было бы круто. Я бы прям высвогубил. Дримы не чипуют. А что делают с ними? Софтмодят типа? С дисков-то она работает, но диски неохота писать. А-а-а, вот в чем проблема. Не, я бы писал с удовольствием. Мне почему-то проще диск записать, на самом деле. А, BIOS прошивают. Так, что у нас там по... Итого. Пружина. 3 из 9. Ауч. Thank you.
лучше Wii U, сразу будет и куб, и Wii, и Wii U. Да, кстати, забавно. А там обратная совместимость, типа? Образы. Вот на кубе вообще очень-очень много прикольных игрушек. Я бармен первым делом бы начал проходить. Серьезным испытанием. Да, я никогда особо не вдавался, Марлен, честно говоря. Как там у Wii это устроено? У Wii тем более. Рождественская елочка. Ой, елочка, ты выглядишь не очень-то и хорошо. Хо-хо-хо. Какие же они упоротые. Да? И здорово. Увидеть бы их лица. Вью лучше из-за Хдмии. Ну да, согласен. На Вью, конечно, фейл то, что нет нормального выхода. Ну, в смысле, он есть, конечно, но... Над ним нужно колдовать. Что он сказал? Да, сейчас сосейблюсь.
будем готовить на адской машине. Ну, компонент тоже есть, да. Сейчас за реплика. Гринч может подниматься высоко в воздух при помощи пружин ракет, которые и позволяют ему это сделать. Чтобы получить леталку, которую он так страстно желает, Гринч должен провести над спиралью все необходимые модификации. Чисто такой бред рандомный в духе Вектора. Ну, в смысле... называется Вектор, да? Вектор. Откуда у тебя столько всяких приставок? Ты их скупаешь? Раньше коллекционировал. Thank you.
Так, здесь 5, теперь сюда двигаемся. Теперь наверху 2, да? Осталось чуть-чуть. Да, здорово! Вот и все. Здорово. Thank you.
подходит такой расклад со скартом и с прочими всякими стандартными разъемами, потому что либо HDMI захват с докупкой какого-то девайса, либо композит. Громко ворча и рыча, Гринч направлялся в новое место, на юг. «Мой живот!» — кричал он, ведь он уже слишком сильно проголодался. Он пытался сделать все, только чтобы утолить свой голод. «Я направляюсь в док, чтобы найти что-нибудь поесть. И пока я там буду, я постараюсь найти сокровище, которое можно украсть. К многим моим изобретениям нужны новые детали для меня и моих новых машин. Именно это и собирается сделать Гринч. Не, ну туда мы уже в другой раз отправимся. А сейчас здесь следует собрать... Нет, давайте сначала засейвимся. А Куб пишет, вот написал, что... от акробатической кучи зеленой ваты хочется кушать и пить кофе.
Жесть. Они меня чуть не закусали. Давай, Филер, спокойной ночи. Я тут сейчас пойду, на самом деле. Сейчас вот соберу чертеж. Стрелялки. После того, как Гринч ввел в свой суперкомпьютер данные о своей любимой, верной и надежной стрелялке с Лизью, он может нейтрализовать всех своих врагов, жителей Хувеля. Ведь в этой липкой слизи они просто застреют. Какая жесть. Так, можно будет пойти, получается, в самую дальнюю часть левела. Самый крутой левел, но, к сожалению, меня уже рубит, и время уже пора бы баиньки. Thank you.
переключить дорогу. Здесь я сделаю сейв. Со стримами завтра, ну не знаю, возможно, поздно вечером что-нибудь будет. Но не утром, это точно. Так, всем спасибо, кто смотрел. Услышимся позже. Пока-пока.